Всем привет, с вами Полти. Я хочу, чтобы ты посмотрел видео, сделал точно так же и написал, сколько мусора у тебя там оказалось. О чем речь? Профилактика устройства – это важно. Если ты просто протрешь свой телефон, то и выглядеть он будет намного лучше. Им даже приятнее пользоваться будет. Это же касается и Lightning. У некоторых моих знакомых наблюдались проблемы с зарядкой. Кабель вставлялся неплотно, приходилось его сильно дожимать, либо телефон просто не видел Lightning, и они уже думали нести свое устройство в сервис. Если у тебя такая же проблема, то это видео, возможно, тебе поможет. Поэтому оценивай видео пальцем вверх, ведь контент реально полезный, и не забудь подписаться на канал. Итак, если ты замечаешь, что Lightning вставляется с усилием или телефон просто не видит кабель, то тебе нужно сделать следующие вещи. Во-первых, убедись, что с проводом все хорошо. Проверь его на целостность, нет ли где-то какой-то трещины, не заломан ли провод и все такое. Если с проводом все отлично, он такой же, какой и был, то тут уже вопрос к самому телефону и к Lightning. Берем обычную зубочистку. Иголку брать не нужно, просто потому что незачем. Берем зубочистку и начинаем ковыряться в Lightning. По-другому не скажешь. Это реально ковыряние. Вот возим в разные стороны и потом просто выгребаем из айфона просто тучу мусора. Вот столько у меня вылезло из Lightning. Думаю, теперь вопросов не осталось, почему Lightning не влазил в iPhone как нужно. Эту же операцию я сделаю и с iPad, в котором я вообще никогда такого не делал. Но iPad — это домашнее устройство, поэтому здесь не так много грязи. Все-таки iPhone, он переносится в сумке, в кармане, иногда в машине, где-то в бардачках, и там огромное количество пыли, которая скапливается в этом Lightning и потом утрамбовывается с помощью кабеля. Так что иногда это нужно делать, чтобы у вас не было никаких проблем. Напишите в комментариях, делали ли вы эту операцию и сколько пыли у вас вылезло. Я вам говорю, вылезет реально просто туча. Делайте все аккуратно с помощью зубочистки, и все у вас получится. На этом все. Оценивайте видео пальцем вверх, если оно было вам полезным. Я думаю, это реально полезное видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Чистите лайтнинги. Пока!